Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 311. Прочитайте отрывок из повести Катаева «Белеет парус одинокий». Определите основную мысль текста. Придумайте к нему заголовок, отражающий основную мысль. Определите тип описания. Каким писатель показывает на море? Каково отношение автора к изображаемому? Подкрепляйте свой ответ примерами из текста. Какая часть речи помогает писателю наиболее точно передать настроение моря? Сколько бы ни назовем этот текст «Морские красоты». Сколько бы ни смотреть на море, оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное. Оно меняется на глазах каждый час. То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг темно-индиговым, шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Кормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные белыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушенном воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту потрясенных обрывов. Но главное очарование моря заключается в какой-то тайне, которую она всегда хранила в своих пространствах. Художественное описание. Писатель показывает море разным. То тихое, светло-голубое, покрытое белыми дорожками штиля, то ярко-синее, пламенное, сверкающее, то оно играет барашками, то темно-индиговое, шерстяное, точно его гладят против ворса, то грозное. Имена прилагательные помогают писателю наиболее точно передать настроение моря. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.